Привет, дорогие друзья! Сегодня 7 ноября 2021 года. Мы с вами находимся в Гуа, деревня Арамболь. И вот тут вот мы снимаем домик, такой приятненький домик. Вот. А что это ты там пишешь, писатель? И сегодня мы ждем гостей. Может быть, у нас получится встреча с Гариком и Лулу, которая у нас не получилась 4-го. Вот. И сегодня мы хотим приготовить эгг-карри. Карри с яйцом. Вот для этого нужно, вот из этого сейчас я буду делать, вернее, шеф-повар Саши будет делать пасту. Это лук и томаты в блендере. Мы с собой блендер привезли. У нас условия походные. Прошу понять и простить. Рис будет. Чили. Кориандр. Яйца, потейта, картошка, зира, джинджер, гарлик пест, имбирь и чеснок мелко-мелко потертые, турмерик, гималайская соль розовая, ну любая соль нужна, конечно, просто любая соль, черный молотый перец, перчик чили, я сказала, да? Вот. Ну все, давай, давай, все. Приходи. I everything explain. Only I not cut potato and eggs because you yes. Maybe you have your style. Давай. Now I put this inside. Давай. I show you in the video. I wash my hand always. Да, он уже был руки. Он только что пока говорит, а ты картошку-то забыла порезать. До этого он помыл. Он говорит, сейчас я второй раз мою, чтобы показать, показать, показать. Это он уже показывает не сильно тщательно. Ну хорошо, молодец. Саши тут увидел, что мальчишки трогают все машины. Говорит, может, они их царапают. Он сейчас их это пошумел на них, сказал. Ну-ка, быстренько уходите. На сковородку налил масло и разогревает. Куркума. Куркума. Very good for body. And then I put salt. This salt. Later we check more and put it. And garam masala? We have not. Okay. Just this we have, yeah. You want. Yeah. And black paper. Yeah, black paper important. We have cardamom. Yeah. Так, у нас есть clove, еще, clove. Так, это называется clove, гвоздика clove. По-нашему. Yeah, cinnamon seed we have. Cinnamon, тора-тора. Yeah. А потом корица где-то у нас была. Ну вот, друзья, мы в этом, в походных условиях, поэтому... Поэтому понять и простить. Так. Ну, сейчас я тебе, может, найду, конечно, я эти синамоновые палочки корицы. Такие, такого размера на кубики делят. Ой. Это лук. Let them fry. Look very beautiful. И яйца он режет такими кусочками. We can put here. Yeah. Ага. Надо будет добавить воды. And now we put the egg inside. Добавляем яйца. And mix them. In. Ага. Сейчас добавляем воду и картошка будет вариться потихонечку. And then we cover. And green ginger when you put? Oh, I forgot. Ой. Имбирно-чесночная паста. Yeah.
Ой, как хорошо вечером. А, уже москитов увидел. Ага. А где мой кэт? Котенок-то где? Baby cat. You think they come in? Ужин-то, ужин. Надо ж подать, перед тем, как сами начнем кушать. Нет. Ну, надо же, ему есть чем заняться, ему есть куда ходить. Ну и хорошо. Хорошо, ладно. Погромыхала? Нет, не отвечает. Должны уже скоро приехать ребята. Уж не знаю, получится у нас, не получится. Но мы надеемся, что эта встреча получится. Вяу! Саша зовет. Покормить бы ребенка, да и все уже. Ну ладно. Мяукнет. Вот каждый раз, когда мне лень вытаскивать. Папа Супермен. Супермен, да. You are my hero. Ай, мяу! Мяу пришел. Ну, ладно. У меня, говорит, есть пиво для тебя, пошли. А у меня нету пива для тебя. У меня для тебя вот чего. Good karma, good karma. А ну-ка пошли, ням-ням. Нет, он прячется под машиной, друзья. Потому что бекоса собаки приходят, еще там людей боится, байки приезжают. Он здесь давно, он здесь живет, как я понимаю, под этой машиной. И он не дурачок, он выходит, когда машина ездит куда-то. А сейчас, иди сюда. Вот твой ужин. А? I will make rice also. I will make rice and we have brown bread. Сейчас я сварю рис. Да, same way. Я чувствую, тебе, наверное, надо будет побольше потом дать. Ну, посмотрим. А где ты гулял-то? Расскажи, где ты гулял? Where you walked? Where? Where you disappear? Где маменька твоя, кстати? Вопрос у меня к твоей родительнице. За мошками, наверное, скачет. Ну, я даже не представляю, каким ты был в 20-30 лет. Если вот ты в 70 такой вот. I even can't imagine how lot of energy you have when you was 20, 30, 40. Нет, говорит, у меня была очень простая жизнь и только тяжело работал. Даже, говорит, семья говорила, очень-очень глупый он, потому что я, говорит, жил очень просто, работал, потом женился, потом понял, что ошибся, никому не говорил, это была большая проблема. У каждого есть что-то в своей жизни. I gave he ate, first ate, a little bit hungry, but now he decided to speak with you, Тора. Я говорю, он поел, он был голодный. Вода есть. She have water, she have water. А теперь он хочет побеседовать. No. Нельзя, не привыкай. К домику when не привыкать. No, когда дождь, ты можешь прийти. Better go under the car. Sleep. А пока иди прячься под машину, под свою. Yeah. Imagine nobody own this. And they are free. No. Нет, baby, нет. He нет. Will eat somewhere. He want to eat. Да, у него, наверное, чешется, говорит. Hey.
Надо капельки купить от блошины. У меня вот сестра, она бездомным кошкам капает на шею антиблошиные капли. Ну, приготовилась. Очень вкусно. Он дал мне ложечку попробовать. И сейчас ребята придут. Когда придут, я начну рис готовить. Привет! Привет! Наконец-то, да, нет, но мы же виделись с вами 3 числа. Как вы мою интригу разрушили? Раньше сделали свое видео. Не, молодцы, молодцы, все классно. Смотри, вы едите же яйца-то? Egg curry and rice. Экари, райс, и еще салат есть. Салат я делаю вот всякие разные фрукты, овощи, овощи и лимон немножко, немножко меда, потом соль и масло. Очень вкусно получается, вы попробуйте. От друга принесли. Thank you. Проходите. Ну как тебе карри? Очень вкусно, необычно. Ага. Первый раз такое вообще. А тебе, ну пробуй. Да, действительно очень вкусно, потому что, во-первых, мы такое блюдо ни разу не пробовали. Да? Да. Ой, they never try this kind of food. Oh, try. Давай. You're gonna love me after this. Тебе понравится, говорит. Да. Очень вкусно. Ой, ну замечательно. Еще раз happy birthday. Спасибо. Так, ну что, Леночка, открывай давай свой тортик, покажи, какой ты тортик заказала. О, какая красота! Happy birthday to you! Да, да. А у тебя дали нож, я так посмотрела, какой-то такой. Ага. Какой-то розовенький ножик положили с собой. Yeah. Я думаю, что это какой-то игрушечный давай, нож. Давай лучше нормальным, да. Ой, какая. Большой. Надпись, наверное, лучше убрать. Cutting the heart is not very good idea. Разбивай сердце. Он говорит, режешь сердце, не очень хорошая идея. Так лучше, да, наверное? Да, да. Small piece, not too big. По маленьким кусочкам, потому что мы уже так хорошо поели, наелись. Угу. Yeah, I like this more, Yeah. Хиппи. Почему хиппи? А он для этого разрезал знак хиппи. Но сейчас уже нет. Знак пис. Пис, да, по-моему, называется? Пис, yes. Уже не пис. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lena. Happy birthday to you. Wish you all the best in the life. Мы желаем тебе всего самого лучшего в жизни и желаем длинной, здоровой жизни. И тебе подарочек маленький. Спасибо. Это лабрадор, это протекшн, это защита. Защита от всякого разного негатива. Большой, красота. Огромный, красивый Какая лабрадор. Красота. Спасибо большое. Спасибо. Thank you very much. Окей, давай тортик раскладывай, корми жену. А индийцы, знаете, вот по кусочку кладут друг другу в рот. И это ты положи мужу, а ты имениннице. Не знаю, получится у меня так. Может, коробку еще вот так вот раз сделать? Давайте. Маленький? Для тебя маленький, хорошо. Вилочка, фок. Шоколадный. Thank you. Шоколад. Ага, спасибо. Mm.
И вот они вот берут кусочками, жена мужу, муж жене. Вот, ну ты вот вы, давайте уж как раз вы в Индии по чуть-чуть. Вот. И они еще, да, еще и фотографируются при этом. Попробуем. Давай. Ура, бундава. Хэппи бёрздэй. А вот из-за бундава. Bundaba means very good in German language. На немецком это значит очень хорошо. Он же и немецкий тоже знает. Это пенджаби боле-боле. По-бенджабски боле-боле. Ну вот, Линочка, с днем рождения. Наконец-то вы до нас добрались. Мы очень счастливы. Вот. Шива вам позволил. И там, кстати, по-моему, даже сегодня погода хорошая. Я думала, ну опять, наверное, что-нибудь случится, может быть, ураган какой-нибудь. Последние дни просто, и вчера тоже, какие-то ураганы тут происходят, и света нет по несколько часов. Очень вкусный. Где заказывали? Мангинес. В магазине? Мандриме? Нет. На Рамболе Мангинес магазин. Ага. Я сахара не положила, лимон и чай. Оказывается, камеры почти одинаковые. Вот я сейчас включила. Покажи. Да, покажи. У нас есть еще одна такая вот камера, но мы ее искупали в морской воде. Вот эта камера, она очень боится воды. То есть, если вода брызжет сюда, то тут вот пусто, и прям вообще туда вода затекает на ура. Слушай, ну вот ты... А тут как раз материнская плата, и вот, видимо, куда-то туда капнуло, и все. Посмотри потом мою камеру, она у меня вся в глине. Мы перед в Калькутте, перед праздником Дурга-Пуджи, пошли смотреть идолов Дурги и Ганеши, и я упала к ним прямо под ноги, прямо в глину, вся. И я вся, и камера вся. У меня тут все вокруг, кругом глина. Сейчас я вам дам посмотреть. Это у нас пока проверка связи. Третья живет Ирина Хинди. Как это? Девичья спальня, да? Вот такая вот спальная комната. А посмотри, что на вешалке, как ты думаешь? Это называется модем. Это Джио, да. Свеча такая вот вечером. Еще я заряжаю эти лампы. Сейчас, смотри, пляжные лампы, они такие удобные, сейчас я тебе покажу. У Саши тоже коробки, вот везде коробки. А вообще, у меня много друзей есть, которые работают в Икее, и они считают, что коробки – это самый лучший чемодан. Ну, в смысле, это самый лучший шкаф. Шкаф, они да. Они берут вот так вот коробки, составляют. Соединяет их скотчем и просто вот так вот. Да ты что? Вот точно, я сегодня, кстати, об этом думала. Я думала, зачем вообще какие-то шкафы здесь во временном жилье? Я их сложу одну за другой. Вот прямо именно такая мысль и была. Ну, а коробки одинаковые будут. Ну что, я вот пойду и скажу, мне 8 коробок Бакарди, например, или Кингфишера. Я больше всего из-под рома люблю коробки. У меня, по-моему, в этом году нету ромовых коробок. Вот. Вот такая хорошая, крепкая. И вот там Саши мне очень хорошую коробку достал. Прямо теперь это мой офис. Спасибо большое, Ирина. Спасибо большое, Саши. Спасибо. Спасибо, что приехали. Спасибо, что Да. Надо днем в 12 приезжать. Весь день просидим, на закат сходим. А я тоже, да, я тоже в 10 часто засыпаю. А, да расхват. Спасибо, с днем рождения еще раз. Спасибо за рождение. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Вы уже обнимались. Мы еще не обнимались. Спасибо большое. Аккуратненько, да, аккуратненько едьте там. Так, ну что, ребята, мы поехали домой. Сейчас уже 12:10. Так, вот это ваш байк? Да. Отлично. Наш верный конь.
Дай Бог, сколько. Так, расскажи, вы были тогда в куртках или не были? У меня зрители бдительные сказали, а нет, зрители... вас уехали без курток. Зрители невнимательные, потому что это было... Неправильно смотрят. Не то число, да? Да, очень невнимательно смотрят, потому что тогда, когда мы были в куртках, мы не показывали, а когда мы были без курток, это уже был следующий день. Да. Ясно. Когда был ураган, это был следующий день. А мне прям практически с укором, типа того, что вот, выгнали детей, детей под дождь. Да нет, все нормально, мы сами уехали. Я говорю, а как же их удержать, детей, если они уезжают, собираются и уезжают? Пойдем вместе купаться, приезжайте. Иногда говорит, приезжайте, когда захотите, днем пойдем купаться. Ну да, где-то играет. Так, в пакете объясняю, у нас тортик мы съели половина, значит, остались 4 куска, и мы решили, что... Да, вы же зрителям объясните. Да, а то потом скажут, принесли, унесли. Вот, 2 оставили нам завтра на утро, и 2 ребятам тоже упаковали на утро, чтобы у нас эта попа не слиплась. А то 4 куска это слишком. Все, счастливо, спасибо, good night. Спокойной ночи. Drive careful. Кисонька опять плачет. Пока-пока. Аджа, good night. Спокойной ночи, дорогие друзья. Очень хорошо. Very хорошо today was evening. Да, very nice. Спокойной ночи.